Росстандарт сообщает о подзыве в России 18 563 автомобилей марки Hyundai Santa Fe. Под компанию попадают экземпляры, изготовленные в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года. Как уточняет пресс-служба бренда, причиной для отзыва данных транспортных средств послужило то, что на этих Hyundai Santa Fe может возникнуть короткое замыкание в цепи питания модуля ABS и ESC. В ближайшее время уполномоченные представители изготовителей ООО ХНД Мотор СНГ свяжутся с владельцами транспортных средств, попадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех этих Hyundai Santa Fe установят комплект реле РСВ. Все работы будут осуществляться совершенно бесплатно для владельцев транспортных средств. Самостоятельно узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте авто.ру или на сайте Ростон. Стандарта. Если автомобиль попадает под отзыв, то владельцу такого транспортного средства необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Вы смотрели видеоверсию сайта News До скорого.